Короче, с утра проснулся, начал читать новости. Ну, как обычно, короче, в Телеграме у меня там вот этот вот «Осторожно, новости» канал. Я там почитываю иногда. Ну вот, я охуел, как бы, от этого теракта. Как бы, с одной стороны, ничего удивительного, потому что идет война и выборы там и прочее остальное. С другой стороны, это, конечно же, трагедия. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибшим и ну, там, пострадавшим. Вот, и знаете, там разные люди начали постить, типа вот это вот, а-ля там свечка там и так далее. И я вот захожу, читаю комментарии по этому поводу. Блять, ну это просто пиздец. В основном как бы украинцы или проукраинские ребята пишут, типа, а вот когда там наши города бомбили, да вот так вам и надо, типа, да получайте. Ну как бы много таких комментариев, я думаю, ёбаный рот, это пиздец нахуй просто. Ебанутый мир, ебанутые люди.